надо яхнуть. Вчера делала рогалики. И у меня вот, я вчера сделала 16 штук, и всего осталось, я сейчас покажу, осталось всего 4 штучки, они такие вкусные получилось, тесто обалденное, тесто готовое. И вот муж сегодня ездил с утра к свекрам и купил еще 4 таких, вот это пастасфолия фреска, это слоеное тесто свежее, вот такое. И сейчас, пока у меня уже в духовке моя лазанья, и плита уже будет нагретая, духовка будет нагретая, и я сразу положу, я сделаю еще сейчас рогалики, сделаю опять с мармеладом, два вида мармелада, это вот этот такой сливовый мармелад, а это, у меня хлеб упал, а это персиковый, который из персиков я делала сама, как-то 4 года назад, и у меня еще осталось, вот сейчас сделаю, тоже сделаю, с одной упаковочки сделаю с мармеладом, а другую упаковочку сделаю с шоколадом и с нутеллой. Это у меня хлеб упал. У меня муж сегодня хлеб тоже купил. А ну как-то мой хлебушек черный, не видно его, он еще не сильно поднялся. Хотя тепла печка. Вот такие дела. Значит так, вот как я делаю сейчас. Я сейчас. Вот такое вот тесто. Я его размаживаю. Ну давай. Вот. Набираем эту бумажку. Вот так вот я делаю. Беру нож для пиццы и режу. Вот так режу. И еще. Чтобы получались треугольнички. Ай-яй-яй-яй. Вот получились треугольнички, беру ложечку, треугольнички, чтобы заворачивать потом можно было. Так. Не жалею, вот такую вот ложу. У меня руки чисто, не подумайте. Ложу вот, видно, не видно вам, ложу этот мармелад и заворачиваю. Вот так. Вот, готовы. Первый готов. И вылаживаю на пергаментную бумагу. Разложу на все мармелад. 4 рогалика я сделаю со сливовым мармеладом. И 4 сделаю с моим персиковым. Он у меня, конечно, пожиже будет, но я вот так вот такие вот долечки персиков буду ложить. Без жидкости постараюсь. Ну, жидкость она все равно у меня вся у... Вот они, такие дольки персиков. Ах, какая я умничка. Это 4 года назад где-то мой муж принес много персиков, и не знали, что с ним делать, и я сама сделала мармелад. Правда, он у меня чуть-чуть жидковатым получился. Надо было еще подольше поварить. Вот. Мы проверили по интернету. Мамин поезд опаздывает где-то на час, так что мы поедем на час, мы поедем попозже ее встречать. Опаздывает на час, потому что этот поезд... Все. Начинаю заворачивать. Потому что этот поезд, он едет с юга Италии, с Калабрии. И так как сегодня в Италии забастовки поездов, он едет поэтому с опозданием. Бастует. Не знаю, чего. 4 сделала с персиковым джемом, 4 со сливовым, 4 сделала с нутеллой, и сейчас я 4 сделаю с горьким шоколадом. Я его порезала на кусочки. Ай, мой русский язык забывается. Надо почаще делать видео, почаще разговаривать с вами. Сейчас я все начну, буду смазывать яичком и посыпаю сахарной пудрой. Эту сахарную пудру я сама молола из сахара, сделала сама, когда мне надо, всегда, чтобы у меня была под рукой сахарная пудра. Вот у меня родимая моя лазанья готова, смотрите, какая красивая. Благодаря сыру, пармезану сверху, она подрумянилась. Вот она, сейчас я мужиков позову, будем кушать. И вот мои рогалики я уже положила, буквально на минут 10, максимум 15, как будет готово, сразу выключать, они подрумяниваются. Ай, такие вкусные, такое вкусное. Ладненько, всем приятного аппетита и нам приятного аппетита. Чао!